Что, друзья, доброго денечка. Начинаем мы готовить долму. У нас здесь маслица. Сейчас будем обжаривать лучок. Потом эту штуку. Уложим картошкой все сверху. Сделаем подушку. Положим долму. И у нас здесь говяжий бульон был замороженный, растопил. Разбавлю немножко водой. В общем, погнали. Первый вход идет лучок, поджариваем его до прозрачности. Следом заряжаем минут на 5 морковку на сильном огне. Укладываем подушку, делаем под долму, ровненько сейчас разложим всю картошку. И потом будем наваливать долмы. Все, долму аккуратненько уложили, так листочками ее прижимать нужно, чтобы она, не дай бог, не развернулась. Но чтобы не завернулась, мы сейчас крышку накроем и будем заливать. Так, дальше мы вот подбираем крышку, накрываем, чтобы ее прижать. Дальше выливаем говяжий бульон и там добавим воды, наверное, еще. Посмотреть, чтобы так край тарелки накрылся. Так, еще водички сейчас. Так, все, залил водой, накрыл крышкой. Это сверху будет у нас типа гиря, чтобы от пузырьков не разворачивалась долма. И накрываем минут на 40. Посмотрим, что получится. Ну и долма долмой, а соус нам нужен обязательно. У нас будет кефир, сметана, укроп, чеснок. Делаю все в первый раз. Думаю, должно получиться у Вальдемара. Говно, наверное, в детстве ел, все получается. Что делаем? Соус 15% сметана. Порезали укропа. Сюда положил 2 столовые ложки. Сейчас выдавлю 2 зубчика чеснока. Перемешаю с укропом, залью кефиром и посмотрим, расскажу. Чеснока я добавил больше, 4 зубчика. Ну а так вкусно. Так, ну у нас прошло уже 40 минут. Снимаем крышку. Далее снимаем гирю. Выключаем газ. Блин, гиря нагрелась. Сейчас сниму гирю и ставлю на 5 минут. Видите, идет такое легкое бурление после гири. Это сейчас сок, вот эти 5 минут, будет впитываться в саму долму. После того, как была прижатая. Ну и должно. Будем выкладывать и пробовать. Вот такая прелесть получилась. Сейчас будем пробовать. Как раз попробуют дети. И точно будем знать, они-то не подхалимят и врать не будут, что за вкус. Честно, я еще не пробовал. Давай, говори-ка. Вкусно было, вкусно. Очень? Лучше повар, да. Следующий сейчас будет пробовать. Да? Так, ну давай, самое главное. Жуй и говори, вкусно тебе или нет? Вкусно. Вкусно? Ну все, папа, молодец. Давай, мать. Гаси. Случайно он сказал, что будет мне бить, если не вкусно, я скажу. Так что имейте в виду. А? Забирая свои слова, вкусно. Ну и как обычно, повар пробует последним. Когда мне покушать, пойдет пястика. Оно самое. Как хотел, так и получилось.